Как, детишки-ребятишки, с вами снова я, Дисан, и добро пожаловать в ту серию, где мне сегодня набрызгают на лицо краской, слаймами. Да и не только на лицо, на всю комнату, на весь мир Майнкрафта. Возможно, сейчас у кого-то в голове играют пошлые мысли, но это уже твои проблемы, извращенец мелкий. В общем, в чем заключается суть этой карты? Карта очень крутая, как вы уже, в принципе, можете заметить по текстурам. Ой, господи, мало того, что пазлы, нам нужно будет играться с шариками. С маленькими шариками. Все любят с шариками играться. Я тоже люблю со своими шариками играться. Ну, в смысле, которые у меня дома, мячики всякие. Короче, извращенец, мы с тобой будем... Мы с тобой будем начинать эту карту прямо сейчас. Посмотрим... Это нормально то, что я в гейм-моде? Оно так и должно быть, да? Как я понимаю? Едрить, колотить! Чтоб вы понимали! Так, подождите, что здесь происходит? Окей, хорошо, подождите. Следующая комната, потому что я пока что ничего не понимаю. У нас есть супер-слайм-блок. Господи, а как мне сейчас попасть? Чтобы понимали, его можно бросать, ну, хоть куда. Пу-пу-пу-пу-пу. Реально... Па! Реально, как какой-то мячик, который можно кидать и отбивать от стенки. Чтобы понимали, насколько на этой карте проработана физика Майнкрафта, мне нужно сейчас попасть вот в этот зеленый квадрат. Мне нужно кинуть мячик вот сюда, чтобы он от пола отбился и попал туда. Па! Фу-ху-ху-ху-ху! Второй уровень я прошел. Мне кажется, многим эта карта прямо сейчас понравится. Если тебе она нравится, если ты хочешь сам ее пройти, я обещаю то, что я оставлю в описании ссылочку на эту карту. Но перед этим подпишись, пожалуйста, на канал прямо сейчас, если хочешь продолжение. Если хочешь... Это майнписские игры! Па-па-па-па-па-па-па! Майнписские игры на канале, где мы проходим различные карты, выполняем различные челленджи и в конце будем кидать челленджи другим каким-то ютуберам. Кто быстрее, допустим, пройдет вот эту супер слайм карту с различными вот этими мячиками? А я запиндолю этот мячик и... О, господи, то есть я... Нифига, ребят, вы понимаете, то, что я три первых уровня прошел с первого раза. Подождите, как мне... Слайм... Куда? Чего? Что? Как? Алена, я ничего не понял, что мне здесь делать? Так, Унда. Я ничего не понимаю, честно. Я вообще ничего не понимаю, что мне сделать. Окей, этот шарик меня телепортирует сюда. Но проблема в том, то, что я первым шариком не попал. То есть, смотри. Опа! И сейчас... Опа! Чем дальше, тем интереснее. У меня давно такого не было, то, что... Я прям так загорелся желанием пройти какую-то крутую карту. Так, подождите, хорошо. Что я должен сделать? Господи, божечки, помилуй. Что-то пошло не так, как я понял. Подожди. Да почему ты... Ты дебил, ты дебил, ты дебил. Ответь мне, ты дебил. Ты ваш пей не то делаешь, то, что мне нужно. Просто ваш... Тебе нужно туда. Ба! Fuck you, bitch, как говорится, соси мой биг кирпич. Мы прошли первый уровень, получается? Или что мы сделали? О, божечки, сейчас у меня два слайма. Так. Что-то открылось, я не понял, что открылось. Подождите. Я пока что практически все прохожу с первого раза. Господи, я прирожденный снайпер у мамки на самом деле. Ой, боже, что вот эта фигня делает? Какой-то новый слайм. Кислотно покрытый слайм. Чё? Разрушает металл? Я все правильно понял? Разрушает металл? Шо? Ага, ага, ага.
вот оно что, я неправильно металл разрушил. Я понял, не дурак, хотя немножечко, но все же. Все, прекрасно. Опа! Ты меня шандарахнул даже, сволочь! Смотрите, сейчас бросаем сюда. Опа! С каждым новым уровнем вот эти яички, шарички становятся все интереснее и интереснее. Хорошо, мне нужно опять разрушить металл, но я не понимаю, куда, что. То есть я могу разрушить здесь и пойти вот сюда, окей. Но это ничего хорошего не делает, поэтому мне нужно как-то с помощью одного блока разрушить. Слушайте, как сложно. Да опять не туда! Что ты делаешь, дебилус? Ты можешь туда попасть, вот тебе туда нужно попасть. Вот просто берешь и попадаешь туда. Как мне заставить тебя попасть туда? Просто пам-пам. Он сюда 100% не пойдет. Типа, я могу бросить сейчас туда слайм, но как я пройду потом вот здесь? Поэтому мне нужно одновременно как-то разрушить вот эти все блоки. Допустим, слишком сложно. Хорошо, если вот так. Так нет. Так. Так тоже нет. Так. Так он просто туда не бежит, не летит. А если с этой стороны попробовать? Не, тоже что-то не работает. А если вот так? Да! Сработало, Михалыч, сработало! Ай, собака сутулая. Ты что, серьезно издеваешься? Не попал? Опа! Вот это было сложно. Но как раз таки в этом и заключается фишка этой карты. То, что... Пуф, много всяких крутых челленджей. Окей, карта мне реально нравится. Граната. Реально, слайм-граната. А что это сейчас было? Что ты разбила? У меня такой вопрос. О, Господи, помилуй! Сгинь, нечистая сила! Да, какая-то физика у этой гранаты в HP не такая. Пра! Да. Па! Где ты? Па-па-па-па-па. Может, с этой стороны попробуй? Нет, так не работает. Может, с этой стороны попробуй? Слушайте, как мне сюда попасть? У меня такой вопрос. Может, так? Во, да. Ага. Да! Да в смысле? Опа! Я не знаю, сколько здесь уровней. Как я видел, здесь и желтый, и оранжевый, и еще какой-то. Ой, божечки. Пим. Да! Ты знаешь, что показывать каждому уровню. Ты знаешь, ведь я каждый уровень просто вот так делаю. Вы что, издеваетесь? Что это такое? Что? Ох ты ж, божечки. Ты, что это за дичь мне только что в руку дали? Если я возьму эту клешню в левую руку, то следующий мой бросок будет с увеличенной скоростью. Хорошо. То есть я беру. Ага. И что? Или я могу, допустим, взять и бросить сюда. Ага. То есть я могу забраться вот сюда. Скорее всего, так оно и нужно сделать. Сейчас я беру вот эту клешню, беру ее в левую руку и бросаю этот слайм. Да, скорость вроде больше стала. Только в любом случае я ничего не понимаю. Куда? Ты куда влетел? Дуримонда! Так, окей, хорошо. Ничего не понимаю, нишоны понятно. Ну почти, смотри, почти. Хорошо. Да! Я не знаю, как я только что попал. Но я умничка. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Открывайте, это врата ада. Почему мне сейчас каждый уровень будут давать какую-то новую фигню? Ну, я просто не успеваю это все изучать. Это мазь, которая игнорирует гравитацию. Мне ее тоже взять в эту руку? Сейчас, подождите, если я беру... Ага, хорошо, сейчас назад. Беру это, одеваю. Да!
Я все понял, я все понял, я все понял, я все понял. Эндер Перл у нас здесь какой-то есть. Так, подождите, а куда мне идти? У меня такой вопрос. Хорошо, я попал сюда. Ага, хорошо, хорошо. То есть я беру вот эту фигню и бросаю, да? В смысле, я ж попал? Ты что, издеваешься? Давай еще раз. Вот! Я большой молодец. Подожди, а как мне туда сейчас попасть? Опа! Фу! Вот так нужно это все делать. Прекрасно, прекрасно. Мне интересно, сколько же уровней я уже успел пройти? Да вы что, издеваетесь? Реально, каждый новый уровень что-то новое мне дают. Да что? Па! Ну, мне кажется, зря я это сделал. Короче, я прочитал, эти турели стреляют куда-то. Они большие молодцы, то, что они стреляют. Только... И что? Охренеть. Оно работает, ребята. Оно работает, оно что-то делает. Оно... Открывай, пожалуйста. Слушайте, турели всякие, пипели, турели. Господи помилуй. Еще что-то новое. Щит какой-то, слайм-щит. 100% я должен как-то отбивать, честно. Ага, то есть мне нужно нажать правую кнопку, чтобы... Угу, ясно, ясно. Хорошо. А что дальше? Нет, я опять что-то не то сделал. Хорошо, значит... Вот так, да? Хорошо. Ага. Куда ты стреляешь, Дуримонда? Стреляй! Стреляй! И что ты сделала? Ты куда? Ладно, давай, стреляй, 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 стреляй. Давай, я... Ты дурак? Все по новой, Вася, давай. Все фигня. Все по новой. Хорошо. Ты дурак. Ну куда ты стреляешь? Выстрели, пожалуйста, туда. Просто туда выстрели. Туда. Ну. Опа. Потрясно, потрясно. Все фигня. Все фигня, Вася, давай по новой, опять ничего не работает. Вот, красавчик, в этот раз все нормально. Запускай туда гранату. Запускай, запускай. Бра, бум, бум. Молодец. И давай по новой, Вася. Может, в этот раз получится еще раз. Давай. Ну, я просто тренируюсь на следующий раз. Все прекрасно, все прекрасно, все сработало. Проходим на следующий уровень. Господи, как мне нравится эта карта, честное слово. Ой, боже, ребят, у меня 5 каких-то предметов. Это уже слишком сложно. Слишком сложная карта начинается. Смотри, если мы прямо сейчас наберем 20 тысяч лайков на этой серии, я обещаю то, что я выложу ссылочку на эту карту в описании. Если ты, конечно, хочешь ее скачать и пройти вместе со мной. Я еще раз тебе скажу, подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на канал Едисона. Нажми на колокольчик и обязательно поставь лайкусик. Если ты прямо сейчас это сделаешь, я обещаю то, что выложу карту, и ты не будешь скучать. Это самое главное, потому что на моем канале ролики выходят каждый день. Подписывайся. Я скажу тебе еще раз огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.